Город профессии откроют для юных химчан. 15 сентября в парке Толстого будут работать больше 40 локаций, где первоклассники смогут попробовать себя в творчестве, медицинском и предпринимательском деле, спорте. Организует праздник компания «Гигавайдер», новый оператор сотовой связи городского округа Химки, при поддержке администрации, а также около полусотни предприятий города. Кем хотят стать школьники и каковы их ожидания от будущих профессий, удалось выяснить нашей съемочной группе перед началом учебного года. Я хочу стать хоккеистом, потому что хоккеистам быть интересно, забивать голы, выигрывать, обыгрывать вратарей. Я хотел таксистом стать. Таксист возит людей в разные места. В какие, например? Например, в аэропорт в Геленджик. Спасателем. Почему? Тебе нравится спасать кого-то? Вроде бы. А ты уже кого-то спасал, может быть, животных? Еще нет. Хочу. Когда я вырасту, хочу стать моделью. А почему? Потому что она красивая. Попробовать себя в роли модели или в роли стилиста легко. На одной из площадок модниц научат плести косы и делать маникюр. Вместе будем плести косы с каниколонами, а мы научим, как делать простые, но оригинальные забавные прически. Наш мастер покажет вариант дизайна маникюра. Приходите, с удовольствием поделимся секретами нашей профессии. Для мальчиков выбор профилей также большой. Как ожидается, отдельной популярностью будет пользоваться секция спорта. Научат красивым подачам и как правильно держать удар. Из любителей футбола, баскетбола будут делать настоящих профессионалов. Придут ведущие спортсмены России, также ведущие наши тренеры, которые проведут мастер-классы. Любой первоклассник может себя попробовать в любом виде спорта, таких как баскетбол, футбол, а также такие технические виды спорта, как авиамоделирование и водномоторные виды спорта. Телевидение – самая загадочная сфера. Что там по ту сторону экрана? Первоклассников научат работать в кадре, брать интервью, пользоваться профессиональной видеокамерой. На площадке мы покажем детям, как работать телевидение. Они узнают, насколько сложна и в то же время интересна эта сфера. Мы расскажем, как это делается, и ребята сами смогут попробовать себя в роли ведущих и телеоператоров. Праздник по традиции начнется с аллеи первоклассников. Здесь счастливые лица и грезы о будущей профессии. В завершении программы ребят ждет большой сюрприз, который никого не оставит равнодушным. Праздник «Дети, наше будущее» пройдет 15 сентября в парке Толстого с 12 до 15 часов. Будет интересно не только юным школьникам, но и их родителям. Ведь им представится уникальная возможность узнать о новых талантах и увлечениях своего ребенка.